Налаживаем стерильную ватномарлевую повязку. Литовский президент. Построение в коридоре. Поляки также обороняют. Здесь никто не планирует ни на кого нападать. Смысл? Есть ли приказ? Я думаю, у нас умный президент, которому такой приказ просто не нужен. И вдруг неожиданно стреляет какое-то мощное орудие и летит ракета в сторону Калининградской области. Конечно, ну, ощущение тревоги возникает, да, сразу же хватаешься за телефон, спрашиваешь, ребята, у вас все в порядке там в Калининграде? Вот, но оказалось, что просто вот литовские военные проводили учения у себя, а наши на Балтфлоте. И, ну, вот такая вот тревожная ситуация, она была единожды, и не хочется испытывать это постоянно. Если у тебя дома висит ружье, но ты знаешь, что оно у тебя есть, и в случае чего ты им воспользуешься. Но если ты будешь каждый день с этим ружьем выходить на крыльцо и всем его демонстрировать, ну, люди как-то на тебя будут смотреть, наверное, не очень. Вот какая-то женщина. Ну, конечно, волнует. Мне кажется, если честно, то немножко как бы страшно. Из-за того, что как бы идут разговоры об этом. Телевизор-то смотрим. Выставка в Вильнюсе. Амбер. А наши уважаемые дерутся. Сюда ставится, ну, у меня здесь сейчас. Вот здесь вот не чувствуется, только в телевизоре чувствуется. В телевизоре чувствуется, да, там нагнетается обстановка. От достатка семьи шарик должен быть либо большой, либо маленький. Мне, честно говоря, не кажется, что мы готовимся к войне. К войне готовиться не так, мне кажется.